Ах ты, сход. Ха, сход. Второй заброс, что-то клюнуло и тут же сошло. Ну, что-то не крупное. Ну, давайте еще раз попробуем на этом же месте. То есть вся вот эта вот рыбешка, она как бы стайная. Если есть поклевка, значит, рыба есть, и она не одна. Будет клевать или нет, это уже вопрос другой. Но то, что она не одна, это совершенно точно. Ну-ка. Вода, кстати, сегодня плохая. Лист тащит. Тащит лист. Ладно, перемещаемся. Смотрите, как листва сыпется. Это очень плохо. Это прям очень плохо. Добрался, кажется. Посмотрим, что здесь есть. Ага. Ага. Все-таки она клюнула. Все-таки она... Не крупная, но клюнула. Как бы рыба есть, но вот этот лист. Лист — это беда. Ну да, совсем не крупная. Но в таких условиях как бы и это за счастье. В таких условиях и это за счастье, знаете ли. Ага, красавица. Совсем не крупная, совсем. Так, ну-ка, ну-ка. Давайте-ка я ее... Опа. Попробую вот так вот сразу и отпустить. Отлично. Попробуем еще поймать. Попробуем. Рановато я, конечно, выбрался. Ну да ладно. Сезон только начинается. Ах ты, сход. Сход. Снова была поклевка и снова... Ну, примерно такой же размер. Почему крупная нет? Возможно, именно крупная сейчас... Стоит на нересте, возможно. Возможно, все-таки виной тому лист, которого очень много достаточно. Ладно, посмотрим. Сейчас просто буду перебирать приманки и, может быть,
кто-то все-таки отзовется. Цепляется лист. Ладно. Ну, показывайся. Вот такая же мелочь. Такая же мелочь. Нету крупной рыбы? Может, действительно на нерест стало? Черт. Ну, сейчас еще немножко покидаем. Ну и снова, что называется, сменим локацию. А? Красивая? Красивая. Ладно. То есть рыба есть. Но. А, она прям совсем-совсем неактивная. И Б. Почему-то нет нормального размера. Либо на нерест встала, либо всему виной вот этот вот мусор. Это как бы такая наша специфика. Пошел лист. Это очень-очень сильно отражается на клеве. Опа, еще поклевка, еще поклевка. Ну-ка, это что у нас? Вот тоже не крупная, но по-моему покрупнее чуть-чуть, по крайней мере она хотя бы как-то давит. Ну-ка, не вижу. Ага. Ага. Но это вот тут, это вот-вот. Это уже что-то похоже на рыбу. Но тоже не тот размер, который хотелось бы, конечно. Я рассчитывал на покрупнее, но уже что-то. Но вот судя, смотрите. Так, что тут? Ой. Судя по окраске, ее внешнему виду, вот она как шланг, худющая. Мне кажется, у нее сейчас нерест. То есть она стоит на нересте и ни на что не реагирует. Ну вот воблер попался ей под нос, ну вот вроде бы укусила. А так, когда у нее нерест, она не очень активная, ну вот в плане поклевок. Могу, конечно, ошибаться. Могу ошибаться, но вот это уже похоже на рыбу. А, худющая, худющая. Ну-ка. Опа. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Опа. Ну-ка, стоять, 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 стоять. Дай-ка я тебе покажу. Ну да, смотрите. Как змеюка. Но все равно красивая кунжичка. Короче, рыба есть, но надо прибалтывать. Вопрос, а надо ли? Можно подождать заморозков, когда лист уйдет, когда она отнерестится, и уже спокойно получать удовольствие. Ладно, посмотрим. Еще здесь порыбачу немножко и перееду в другое место. Это получается уже третье место. В первых двух у меня были только поклевки.
И рыбу я ни одну не вытащил. Здесь хотя бы что-то вытаскивается. Ладно, посмотрим. Приветствую всех, дамы и господа. У нас тут осень началась. Причем такая фаза не очень благоприятная для именно рыбалки, листопад. Я не знаю, где как, в каких регионах. Но вот у нас такая специфика, лист падает. И все это очень сильно отражается на клеве. Но если там червячка закинуть, там и корку, я не знаю, может быть, получше будет. Но я предпочитаю воблеры. Вот, воблеры, блесна, когда идет лист, ну, все очень и очень печально. Но посмотрим. Рыбалку уж никто не отменяет, надо пробовать. Что-то там рыбка шевелится, но все очень-очень вяло. Но тем не менее, это ведь рыбалка. Присоединяйтесь. Думаю, еще разок этот участок пройтись, где были поклевки. Сменить 2-3 приманки и перемещаться. Другой район. Опа, 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 опа. Ну, это тоже мелкое, это не то, не то, что мы должны ловить. Но на безрыбье, как говорится, и рак рыба. На безрыбье и рак рыба. Ладно, пройдемся здесь. Я думаю, еще будут поклевки. Ну, я бы, конечно, остался, но хочется и крупненькую половить. Она должна быть. Я попробую ее найти. Вот тоже приятная рыбешка. Так, где мой инструмент? Где мой инструмент? Я даже не хочу ее брать в руки. Самый вкусный размер, кстати, но... Но сегодня я рыбу не забираю. Пусть живет. Сменил приманку. Поклевка, сход. Обидно. Их и так очень мало, поклевок. Попробуем еще. Сейчас еще немножко, и надо будет поменять место. Тут либо весь день стоять и прибалтывать ее, меняя по кругу все приманки, либо принципиально менять район и попробовать найти более активную рыбу. Лично я предпочитаю второй вариант. Тоже вот что-то некрупное клюнуло, потрепыхалось там 3 секунды и убежало. Может, доловлю сейчас. Для многих и многих рыбаков, особенно западных, там, центральных районов, это в диковинку. А дальневосточники меня поймут. Вот так мы по лососевым рекам и бродим, передвигаемся. В общем, в такое вот симпатичное местечко переместился. Скальник, смотрю, там порожек какой-то. Сейчас здесь немножко поброжу. И надо будет собираться. Здесь я смотрю тоже. Лист, что называется, прет. Ну ладно. В общем, больше ничего. Вот такая вот достаточно вялая рыбалка получилась. Ну, как я уже говорил, и может быть еще не раз скажу, снимать какой-то
крутой рыбак и ловишь исключительно мешками, это, конечно, замечательно. Но рыбалка бывает и такое, это нормально. Сейчас, ну, надо подождать, когда заморозки ударят. Лист сойдет, все устаканится. Ну и снова в бой. Осенняя рыбалка, она, но она чуть позже начнется. Поэтому всем удачи. Увидимся.